Всем охай, народ. Точнее, всем привет или хай-ухай. Ну, здесь разные приветствия есть. Сегодня я покажу вам раскидки на карте Rust и как можно вообще сыграть на карте Rust в Апланту и вообще на миду. Приступаем к просмотру. Всем привет. Сегодня я покажу вам, как можно дефать, или как можно стоять на Апланту или на миду и еще как можно атаковать за сторону террористов на карте Rust. Ой, я гранату забыл закупить сейчас. Ладно, окей, покажу сначала вам, как можно сыграть за сторону атаки. Первым делом, если вас враги поджимают мид, то вы можете кинуть такой смок. Вот, примерно так смотрите. И вот так вот. Может, я чуть криво кинул. Ну, сейчас посмотрим. Да, примерно такой смог. И можете так пройти. Оп. И можете не ломаться, что оттуда. Вот это у вас вот так. Оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Оп-оп. Вот так вот. Оп-оп. И за смог. Вот так за смог. Так. Потом, например, если у вас есть инфа, что враг вот здесь, то можете сделать так вот. И как видите, хайс называется прям под его трусти. Ногами. Следующее вам покажу. На Rust есть такая фишка, то что здесь крыса. И там много вот таких вот квадратных штучек. Ну, ладно, дырок в потолке, так скажем. Через эти дырки можно. Можно, да, вот. О! Ну, короче, можно так раскидывать плент. Флэски, смоки и все такое. Сейчас. Наглядно покажу. Сейчас. А ну еще, в принципе, вот отсюда можно кинуть смог. Вот. Сейчас покажу. Вот. Точно смог. Прям под этим. Вот. Враг стоит вот так вот. И не может вас увидеть за дверями. Хотя, это скорее one way для него. Ну да ладно. Можете таким воспользоваться, просто траекторию чуть-чуть правее. Так вот отсюда можно. Через эти дырки вот так. Вот, вот хаески, все такое. Но даже можно все класс. Вот здесь вот так есть. Вот подходите. Оп. Вот, вот здесь флэс. Вот, например, враг вот, вот так вот стоит, да? Он зафлэсится. Или вот, например, допустим, вы отсюда, вот отсюда кидаете. Ой, я показывался. Вот отсюда. То она зафлэсит врага, который стоит вот здесь. Потому что он вот так стоит и чекает. И оттуда вот флэс прилетает. Он полуслепой будет, ладно. Потом. Заката. Ну, наверное, вы смотрели там физики, киберспортивные, там все такое. Вот здесь есть такая дырка, да? Ну, везде здесь дырки, да? И вот вы примерно смотрите, вот так вот, прицелом. И вот так вот, так выводите, вот так вот. Оп-оп. Ну, вы это должны вырезать. Я вот примерно стою вот под этот, вот так вот. Вот так вот делаю, вот так вот делаю. И вот так вот. Оп, цели. То есть прям вот так вот. И, например, с разбегу. Вот так, оп. Ладно, чуть криво дал. Сейчас покажу точнее. Сейчас. Оп. Да ёпара за ты.
Я, блин, пытаюсь показать. А мне, блин, чувствительность мешает. Ладно, окей, окей. Окей, сорян бы. Сейчас покажу точнее. Ну, вот. Вот так вот кидаете, так, хоп. Это вот, хоп. Вот, видите? Прям за план падает. Еще есть такая позиция, вот. Крыса. Ладно, не крыса, это кемпер. Ну, это, по идее, тактика. Вот. Враг вот так идет, да? Вот так где-то. И он так вот чекает, вот так вот. А вас он так вот не чекает. Ну, если это опытный игрок, то он может вас прочекать. Он больше чекает вот так вот, вот так вот. А вас здесь вот так незаметно. Потом он так идет. Вот так краем глаза может только заметить. Хотя вот так. Вот так тоже не замечает вас. Вот так, вот так. И вы его так берете. И спокойно, спокойно забираете. Если у вас еще смог будет, это вообще идеально. Вот так вот. Кидайте смог. Блин. Ну, короче, типа смог кидайте, да? Он здесь стоит. И врагу не видно, что здесь. Не видно. Не видно вас даже. И он так вот, вот так вот входит. Оп, вот так вот. Просто он боится, что отсюда враг. Или отсюда враг выйдет. Но никак не подозревает то, что вы стоите здесь. Потом. О, например, если вы хотите неожиданно врага, и у вас враг плохо им, и он плохо видит. Ну хотя, это тоже. Ну, это. Ладно. Так вот делать. Ну, кости поэзи. Сейчас покажу. Так вот. Оп, оп. Ставите вот такую вот позицию. Очень прикольная позиция. И вот так вот. Так, принимаете это. Ну, у вас там ППС, когда там, или что-то типа такое. Вот когда вы врага вот близко встречаете, у вас дробовик или что-то такое близнее должно быть. Ну, не КР, не это. Ну, стоит скорее стрельня, как петух или МП7, или МП5. Потом, если вы на планту один, то можно так остать. Оп, вот так вот. За эту вот коробку. И вот так оп. Или, например, если вы вдвоем, то вы можете просто вот так вот чекать. Вот так вот. Вот так вот и все. Вот так, вот так, вот так. А ваш тиммейт, он будет чекать вот так вот. Вот так вот. Или, например, ваш тиммейт будет чекать вот так вот. Ну, это тут хорошая позиция. Еще. Так. Здесь такая дырка. Да. Через эту дырку можно хорошо кидать флеш. Вот так вот. Ну, если вам трудно в эту дырку попасть, то можете вот так вот сделать. Вот так вот. Прыгать вот сюда падает. Вот сюда. Ну, вот сюда падает, короче. И флеш всех, кто здесь. Да здесь. Да здесь. А, еще. Допустим, если у вас противники вот здесь. Вот здесь. И вам дали об этом инфу. И вот здесь никого нету. Ну, вы никого не слышите. То можно так вот встать. Вот так вот. Видите, вот. Оп. И вот прямо здесь. И вот так оп-оп стрелять. Туда можно еще вот хае закинуть. Косанул чуть. Давай по новой, Миша, все хуйня. Вот сюда попал, и она скачала. Ну, вы можете вот сюда вот попасть легко. Видите. Ну, короче, типа, оттуда можно прострелить. Потом. Сейчас покажу еще тактику. Допустим, если вы хотите поджать врага с мида, типа он часто раз смит, то берите смог, вот так кидайте смог, и вот так вот флеш. И вот так вот стойте. Вот здесь уже на софте, просто враг может вас услышать. И вот так вот стоять, и все. Он не будет подозревать. Он просто так проявит. Я вот сюда, вот на этой позиции, не ждал врага. Я вот так иду, да, я вот так вот чекаю. Или вот так вот беру, и вот эту позицию смог кидаю. Видите? Смог кидаю так. И потом спокойно иду вот такой себе. Оп. Вот так вот.
Но никак вот туда не смотрю. Видите? Я вот так вот иду. Вот так вот. И про эту позицию я всегда забываю. Это меня бесит. Ладно, вроде я рассказал. В следующем мире я скажу, как можно чекать бэплэнд. И ну и как вообще можно удерживать бэплэнд. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем моим друзьям, всем моим родственникам. Ну, я знаю, что меня смотрит Алихан. Спасибо Алихану. Спасибо Аслхану. Спасибо Амиру. Ну и спасибо всем, кто меня смотрел. Всем пока. Всем до свидания.